Ну вот сейчас, конечно, в это трудно даже поверить и трудно это даже представить, но, возможно, следующим главой МИДа Италии или другой страны, ну давайте об Италии говорить, станет студентка, которая должна получить образование в России. И это и кто-то вот, может стать, эта девочка из Италии, Федерика Дуранте. Она сама об этом рассказала Лайфу. Федерике 17 лет, она живет в пригороде Милана, но мечтает пожить в Москве и выучиться на дипломата. В перспективе ни много ни мало занять один из высших государственных постов. Я очень люблю Россию, мне нравится ее культура и что видно находится. Я мечтаю жить в России, учиться в Москве, в хорошем институте. И я была уже в России, мне очень понравилось. Дорогой министр Лавров, я вас обожаю. Знаете, в каждом стране нужно быть министром, как и вы. И все в мире было бы хорошо. Мечтаю иметь русский паспорт. Знаете, в России все называют меня Федочка. Фе, как Федерика, дочка. Потому что Россия забрала меня как свою дочку. И мне надо делать, и хочу делать очень много хороших для нее. Однажды мечтаю стать я министром иностранных дел в России. Сейчас как раз в России идет приемная кампания вузов, в том числе и для иностранцев. Кстати, в этом году ожидается рекордное количество студентов из других стран, до 230 тысяч, и при этом ожидается увеличение итальянских студентов. Этот год, год России в Италии, объявлен перекрестным годом образования. Ну, к примеру, наши дипломаты признаются в Италии, а итальянские у нас.